Всем привет, с вами Рерики, и Алиса Ченнел должна была снимать это видео, но я ей не доверяю делать подушки. Короче, сегодня будет мастер-класс, как же сделать подушечки. Так, начнем. Конечно же, нужно что-нибудь мягкое. Вот, например, такое вот, не знаю, что это такое, но я это нашла у себя. Например, что-нибудь мягкое такое, в общем, падает. Что... Клей, да, чтобы склеивать части. Ну, и от платочка некоторые части, чтобы вот внутрь, так, чего-нибудь, в общем. Еще можно использовать, правда, степлер, но я лучше использую клей, это качественнее. Короче, первым делом мы наматываем вот так. И у нас получается вот такая вот линейная подушечка. Она очень мягкая. И мы можем уже приклеивать. Приклеиваем, конечно же, вот эту вот сторону. И у нас получается вот так вот. Мы еще приклеиваем эту часть, чтобы она была менее такой. И если мы это приклеим, у нас будет такая подушка. Давайте же приклеим. И у нас получается вот такая вот миленькая подушечка. У меня уже есть подушечка, только она такая вот. Я тут с степлером делала. Она тоже мягкая. Ну и у нас сегодня получилась вот такая вот подушечка. Она тоже, как и все, мягкая. Ну, если вам понравилось это видео, то подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях. А с вами была я, Рарити. Всем пока-пока. Продаем подушки.